А это что у вас за облака? Ты тебе что надо в натуре? Ты что не видишь, что это камни? Я пытаюсь воспроизвести внутренний дизайн моей пещеры, чтобы получить максимальный satisfaction от медитации. Так это у вас там облачные пещеры, что ли, были? Сдается мне, батенька, вы за фактуру да реалистичность совсем, видимо, не слышали. А вы же вроде как художник. Людей, помнится, по коже разрисовывали. Вот, нормально татуха сохранилась. Встретил чувака здесь. How many years? 10? Yes. More than 10 years. Вот местный бандос. Вот так. Класс. Yeah, I like it. That's cool. Thank you. Ах, маншер, вам, по-моему, пора на воздух. А не махнуть ли вам, батенька, на природу, в усадьбу маменькину? Развейтесь в домик с видом на горы. Ха-ха, бля, братуха, это гениально! И в тех же пещерах под руководством великих гуру я осознал, что работа, она ведь никогда не заканчивается. А вот хорошо кайфануть по совету воображаемого кореша — это то, что поднимает мой уровень энергии в гору. Решено! Погнали! Но перед тем, как сорваться, делаем висцеральный массаж живота. Эта реактивная тяга вкупе с йогой позволяет мне жить столько лет без докторов. Хотя эти индийско-непальско-камбоджийские диеты, они напрочь вынесут любой желудок, любую поджелудочную. Но это и есть то, что реанимирует, восстановит. Это панацея от всех заболеваний внутренних органов. Если будет интересно, пишите в комментах. Я сниму отдельный видос о том, как это работает, как это сделать правильно, как это сделать ежедневной привычкой. Опа! Ну все, парнишка собрался. Апгрейдился. И теперь приготовьтесь. Телепорт. Раз, два, три. О, стоп. Нас ждет еще одно важное дело. День начинается с сюрпризов. Офигенных сюрпризов. Вау. Как возле подъезда стою. Блин, он опять стал человеком-невидимкой. Чик. Чик. Сижу, усиленно жду. И вот он, человек от самого важного человека. Так, бам, небольшие процедуры. Уже почти домонтировал видос про предложение кыргызским братьям. И тут повышается уровень видео. Невероятно, сейчас узнаем почему. Распаковка продукта. Когда ты видел, как происходят чудеса, то тебе самому уже легко стать причиной возникновения других чудес. Да, это рыженький красавчик дрон прибыл в мою команду, чтобы снимать все это из космоса. А человек, который создал это чудо для меня, ну ты знаешь, я целую твое сердце. А теперь есть куда расти, буду развиваться, буду обучаться, буду новые навыки разрабатывать, чтобы была крутая картинка, чтобы было вообще просто про-студия этого мира, этой реальности. Ну вот теперь точно все. Но по дороге на дачу нам нужно будет заскочить и реализовать несколько странных проектов. Телепорт готов. Три. Выходим в открытый космос. Раз и два. Обратно. Три и четыре. Все? Я думаю, это Оскар просто. Легендарнейший зеленый базар славится
запахом шоколада, потому что имеется шоколадная фабрика Рахат, да прям вон там. Поэтому вокруг всего базара, ну прям шоколадная дымка. Скажи, это что молоко? Это коровье. Коровье, точно? Да. А почему название кожи, а не коровье молоко? Давайте, один стакан, конечно. А кто там внутри плавает? Там лед поставили. А, ну ладно. Просто коричневый лед. Ладно. Это я у нас на зеленом базаре. Местечко, конечно, легендарное. Вот меня пробило на стакан. Скажи. Интересно, что внутри стакана? Ну, может, какое-нибудь пшено, наверное. Огромный просто. Держу, держу. Но вкус классный, как, не знаю, как кефир. Можно ложкой черпать. Подожди, вот, сейчас. Давай, говори. А, там внутри перловка, прикиньте. Привет из армейской будни. Закидываешь ощущение, что все, поймал птицу счастья за хвост. Будешь? Хочешь? Нет. Я заказал донер, и здесь, в этой базарной кафешке, мне выдают вот такой талончик. Типа, ходи, гуляй, шопся, делай что угодно. Донер будет готов, мы тебе сообщим на этот брелок. Прикиньте. Вон оттуда будет сигнал поступать, и никто не пропустит свои белки, углеводы, жиры. Прием пищи не будет засахачен. А вот, кстати, современный дизайн тюбетеек. Все, понеслась. Вот сертификат. Халал пищи, это значит, правоверному мусульманину можно принимать это в пищу. Отвечаю. Носки по 150, это 30 центов. Да, времена, когда шаурму заворачивали в туалетную бумагу позади. Фирменная тема. Вон, сейчас братуха быстрее всех хочет. Прикольная стрелка. Мне вообще нравятся люди на стиле. Я даже поначалу немножко думал, я тут буду не в своей тарелке, но тут есть такие люди, и ты понимаешь, что да не, у нас южная столица, очень прогрессивный people. Ну, я смотрю, маме-то вообще не стыдно, что у нее вот такие вот двери сейфовые тут на дачу стоят. Что у нее там за вообще драгоценности, а? Причем с отделкой внутренней. Причем с внутренней классно. Отделкой. Это после того, как я показал вам свою квартиру, да? С утеплением. Вон там комната, которую для меня мама организовала. Она удивительная, мы сейчас туда пройдемся. Тут летние кухни. Домик под шубой, но вот это именно то, что меня вообще обрадовало максимально. Это моя боевая палатка, с которой я выбираюсь там в пустыне, в степи, на рыбалке. Она максимально дешевая, конечно, для гор холодно в ней. История этой палатки, как положено, знаете, такой Дон Хуан, Карлос Кастанеда. Я ухожу на весь день в горы, уже возвращаюсь под вечер, сажусь в ущелье помедитировать. И такая благодать на меня снизошла, и мне так хорошо, и я прям разговариваю с духом этого ущелья и понимаю, что жизнь прекрасна. И спускаюсь до того места, где стоянка уже автомобилей, где останавливаются любители горячих источников, и краем глаза смотрю, на асфальте валяется золотой браслет. Поломанный золотой браслет. Я его поднимаю и, конечно, к вечеру я уже в ломбарде. Здрасте, здрасте, они мне дают $10 за него. Я выхожу, бросаю взгляд через дорогу, что я вижу? Магазин спортивно-туристических товаров. Захожу, салам алейкум, чтобы вот мне... Вот она, красотка. Вот она, палатка. Сколько стоит? Они говорят, $10. Я говорю, дух ущелья, спасибо тебе. И вот после этого эта передвижная красотка всегда со мной. Она идеальна для рюкзака, потому что она помещается вот в такое.
Ее вес меньше 2 килограмм, даже, наверное, 1,5 килограмма. Супер легкая и стоит $10. Люблю этот передвижной уют. Вообще, как все дачницы, мамулич прям провела экскурсию, назвала все цветы. Вот это я запомнил только одну — петунья. Это пепин шафран. Здесь земляничку посадил. А это штрифель. Это я слесарю. У нас тут все, что угодно есть, а даже мастерская, в которой есть все: станки, дрели, перфораторы и все остальное. Там летняя кухня, а вот это огромнейший орех. С ним никто не дружит, под ним никто не растет, потому что выясняется, что орех, он с негативной энергией, он уничтожает всех. И вот вы видите деревце, слива, по-моему, или персик. Персик прямо от него убегает, он такой: нет, нам таких друзей записываем в музей. Но главное, сейчас я вам покажу, где я живу, когда приезжаю сюда. Там над гаражом есть лесенка, по которой вы поднимаетесь вверх. И, по-моему, мамулич очень любит меня. Зная мой бродяжный, романтический, экстремальный дух, она сделала мне комнату, которая полностью в круговую состоит из окон. И это на возвышении над гаражом на втором этаже. А вид-то из этих окон абсолютно бомбический. Это горы, это пятитысячники, это в круговую огромные тяньшанские, зайлийские, Алатау. А вон и пик Талгар. И как бы я иногда в минуты, знаете, ну бывает, как кошка с собакой, бывает, накатывает. Но когда я вижу, что она сделала для меня, я понимаю... Мамулич любит своего бродяжку, да. Самый кайф, ты сидишь, вот это как в детстве: пирожное, картошка, чай с лимоном. И ты можешь просто смотреть на горы через выцветшие флажки, которые я 7 лет назад привез из Непала. И любоваться этим видом. Я веселенький морпех, пирожок мне съесть не грех, а потом в планку упасть, 2 минуты над калориями поработать. Вот, съел картошечку, теперь пошел двигать. Вот что-то спасательный круг, который у меня образовался на этой казахской диете. Буду работать, буду пахать. Есть уже мысли, как прокачать, как сделать это то, как я привык, чтобы это было. Мусик — тонкий психолог криминалитета. Она поставила фейковые камеры. И еще она поставила вон туда, вон знак. Типа ведется наблюдение, мусор не бросать. Я, говорит, заманалась вообще Цербером тут работать, контролировать этих дачников-колхозников, что они мусор швыряют в эту красоту. Ради этого все эти фейковые камеры, прикиньте. А это река Иссык. Потом будем, можно сходить. Вечернее удовольствие, спокойное приготовление ко сну. У меня мечта вставать пораньше. И прослушивание перед сном каких-то книг, аудиокниг о мудрости делает меня мудрым. Акизмии. Я показал ей своего питона. Двигаюсь к своей мечте. Ложиться пораньше, просыпаться пораньше, потому что всем уже известно, гормон роста, он с 10 вечера и до часу ночи. Это гормон, который делает нас суперлюдьми. И мне потребовались не только самураи, но и менеджеры, способные выполнять сотни разных функций. О, как. Я сразу... И также решил практиковать. Вы видите, как я разговариваю? Я уже ускорился. Я не хочу, чтобы в комментах писали: слушайте на скорости X2. Не-не-не, слушайте на нормальной скорости, потому что я буду ценить ваше время. Это моя задача. Такое саморазвитие, самосовершенствование для вас, ребята, для вас, подписчики, чтобы вы понимали,
что есть саморазвитие. Мое саморазвитие – разогнать свою речь. Да, блогер, он должен нести пользу, надо нести пользу людям. А как ты принесешь пользу, если тебе ни хрена даже до того момента, где польза начинается, даже не дослушать? Поэтому вы же помните, как я в Индии разговаривал, дорогие мои. А теперь не-не-не, все нахрен, спит, спит. Скорость большого города. И вот дорога на мамину дачу, и свидетелями чего мы становимся? Никто не застрахован от таких вещей. Не торопитесь, братва.